В среду жители и гости Твери в очередной раз полюбовались главным трофеем КХЛ – Кубком Гагарина. Кубок второй год подряд достается московскому «Динамо», которое в финальной серии плей-офф одержала верх над Челябинским трактором. Каждый игрок команды победительницы имеет право привести заветный трофей на родину. Планировалось, что своих земляков, как и в прошлом году, порадует нападающий «Динамо» Денис Кокарев. Однако Кокарев по сложившимся обстоятельствам не смог приехать в Тверь, потому презентация прошла без чемпиона. Кубок Гагарина выставили в фойе Дворца спорта «Юбилейный». Любой желающий смог прикоснуться к 19-килограммовому трофею и сфотографироваться с ним. Также любители хоккея получили возможность пообщаться с двукратным олимпийским чемпионом, девятикратным чемпионом мира Александром Мальцевым и капитаном бело-голубых Юрием Бабенко. Естественно, звезды сразу оказались в кольце жаждущих взять у них автографы. После торжественной части все действия перетекли на ледовую арену, где состоялся товарищеский матч, в котором клюшки скрестили звезды хоккея и сборная Тверской области. К радости тверитян команда Верхневолжья одолела гостей со счетом 11-9.